Папа Римский Франциск не уходит в отпуск, а занимается подготовкой изменений, которые он намерен ввести в католической церкви, сообщает РИА Новости со ссылкой на Радио Ватикана. Папа Франциск остается в Ватикане, но после поездки в Бразилию позволяет себе отдохнуть несколько больше обычного, сказал радиостанции глава пресс-службы Святого Престола священник Федерико Ломбарди. По его словам, понтифик готовит реформу церкви, чтобы сделать ее более миссионерской и коллегиальной. Понтифик работает интенсивно, и в августе у него для этого есть больше времени, поскольку отменены все общие аудиенции по средам. Однако каждое воскресенье августа Франциск будет обращаться к верующим во время полуденной молитвы «Ангелус» на площади Святого Петра.